В общем, начинаем. Снимаем предыдущий материал. Тут у нас есть трещина. Мы сегодня сделаем ремонтик этой трещины. Снимаем, смотрим, в каком она состоянии. Естественно, возле трещины всегда будет характерная отслойка. Эту отслоечку мы с вами должны будем убрать. Если есть трещина, отслойка будет всегда. Поэтому убираем тщательно. Пачки, давите. Я заныкала просто ее. Да, вот это. Ну да, она нам подойдет очень даже. Видите, по основному цвету. Убираем лишний материал. Мы однозначно все равно будем все перепиливать. Потом, именно на большом ногте, нам надо сейчас просто залатать нашу трещинку. Я вижу трещину, которая уходит в глубину. Вот видите, разность цвета есть. Эту трещину мы не можем оставлять, мы должны ее с вами убрать. Поэтому небольшие обороты и потихонечку подбираюсь, пустоту мы должны однозначно снять. Мы можем вручную залатать этот участок, а можем не вручную его залатать. Мы можем как вручную, так и, допустим, гелевой типсы. Вот она у нас четко ляжет, почти четко ляжет по архитектуре пальчика. Вот. Видите, и она опустится и закроет точку вроста. Вот так вот очень красиво. Мы эту гелевую типсу и возьмем. Берем гелевую типсу. Заметьте, это не верхняя форма, а гелевая типса. Это база? Нет, это крем Builder гель. Нет, гель. А до этого, да, девочки, это была rubber база. Так, набираю еще. И в эту сторону чуть больше дадим материала. Добавим вот так вот прям на стенку его уложим. Потому что там же у нас трещина, помните? Вот он наш красавчик. Поставили. Лишнее убираем все. Лишнее убираем все. И вспоминаем о том, что мы же перепиливаем нашу форму на форму миндаль. Берем и перепиливаем. Поднимаем пальчик. И перепиливаем здесь тоже на форму миндаль. Перевернем пальчик. И уберем все вот эти вот неприятные моменты. Они нам здесь не нужны. Чуть-чуть приподнимем свободный край. Видите, у нас уже почти готов наш красавчик. Дальше пилочкой допилим идеальную красивую архитектуру. Поработаем только с боковыми сторонами и нижними параллелями. У нас все отлично и все готово. Курси там є. Перші курси – це курс по педикюру, гелеві тіпси або на моделювання на гелеві тіпси або верхній кюр. І ми з вами залатали нашу трещину. Вот так вот, очень быстро. Видите, раз-два і все готово. Хто так не вміє, приходите к нам на курси, ми вас і не такому научимо.